Снимаешь? Друзья, всем мирова, меня зовут Эмиль Сулейман, я русскоговорящий турок. И мы сегодня приехали в Алтынкум. Здесь у нас позади меня эта квартира, квартира наших любимых подписчиков, друзей. Они здесь стоят, я немножко стесняюсь. Мы уже как семья стали, друзья. И вот, мы купили для ремонта эта квартира. И так была хорошая, и она, то есть, была... Она была квартирой, но ее сделали под офис. Это здесь был как офис. Я все видео тоже покажу. Предыдущий вариант, какой, в предыдущем состоянии, как, какая она была. И сейчас сделали ремонт и обставили мебелью. Давайте посмотрим. Друзья, идемте. Это получается не в Сите. Именно в Анталии, в Кони-Алты, очень развито. Например, в Кони-Алты есть три микрорайона. Это Хурма, Лиман, Сарысу. Там есть здания, которые в Сите. Сите это... те здания, которые более одного здания и закрытый бассейн, охраняемая территория и так далее, это называется сите. А здание одного типа, вот такого типа, одно здание, закрытая территория, это не сите, но район очень хороший, открыт для ВНЖ. Здесь будет жить бабушка, и мы получили для бабушки ВНЖ на 2 года с претендованием на гражданство через 5 лет. Друзья, квартира примерно, квартире примерно 15 лет. Идемте сюда. Покажу парковку. Здесь есть парковка. Вот такая парковка. Стандартный дом. Кстати, до моря здесь очень близко. До главной дороги тоже близко. Друзья, квартира оборудована газовым отоплением. Вот видите, счетчик стоит. Сейчас скоро, еще не подключили, но скоро сейчас подключат. Идемте. Войдем. Здесь, друзья, все поменено, кроме потолков. Потолки здесь были красивые. Потолки, вот смотрите, потолки, они с таким красивым, необычным дизайном, они такие были. А все здесь заменили, даже вот дверь. Давайте с двери начнем. Друзья, вот дверь тоже поменяли, телевизор поставили, мебель поставили. Это все сделали, друзья. Вот такая красивая получилась квартира. Здесь вот такой, это гостиная, совмещенная с кухней. И вот здесь, вот видите, все есть, микроволновка и так далее. Но еще до конца не все поставили. Квартира уже, в принципе, готова. Мы купили квартиру под ремонт. И начали делать ремонт. Очень хороший ремонт получился. Очень все бюджетно получилось. Если вам нужна квартира, друзья, имейте в виду, можно сделать вот именно такого варианта. Купить квартиру. Квартира не очень старая. То есть это свежая квартира, 15, 16, 15, 20, 25 лет, это квартиры, они очень даже хорошие. Можно купить и отремонтировать. Давайте, здесь в принципе ремонт был хороший, но квартира была переоборудована как офис. Вот из-за этого нам пришлось переделывать. Даже двери остались. Вот здесь вот такая спальня, большая спальня. Везде все красиво, видите, просторно. Здесь шкаф. Вот, можете шкаф снять. Идемте, балкон снимем. Ну, двери здесь шикарные, друзья. Двери были, смотрите, какие красивые двери. Давайте выйдем на балкон. Это балкон, друзья. У бабушки есть кошка. Из-за этого для кошки специально оборудованный вот такой балкон, вот с такой сеткой, чтобы другие кошки не запрыгивали и своя же кошка не выпрыгнула. Для удобства кошки, видите, друзья? Как тут у нас кошек любят. Идемте дальше. Так. Здесь, в принципе, вот раскладной диван. Стандартный диван, который можно принимать гостей. Здесь тоже, друзья, вот они, эти батареи. Видите? Они, в принципе, здесь очень много батарей. Видите? То есть зимой тут не будет холодно, будет тепло. Вот даже здесь, очень много батарей. Так, здесь, друзья, еще вот отсюда есть выход тоже, видите, вот, отсюда тоже есть выход, так что можно напрямую так выходить. Перед домом вот все огорождено, сад есть, свет включим. Друзья, это получается санузел, здесь туалет, душевая кабина, здесь стиральная машина, здесь котел, все есть, вот здесь котел, вот здесь душевая кабина, в общем, квартира очень даже хорошая, друзья. Мы квартиру купили. Эта квартира обошлась нам очень дешево. И сейчас, в данный момент, эту квартиру можно продать очень дорого. Ну, конечно же, хозяева квартиры эту квартиру не продадут. Потому что
Наша любимая семья приехала, они рядом тут купили дубликс. Я дубликс тоже обязательно сниму. Дубликс сейчас в данный момент ремонтируется. Большая дубликс-квартира под гражданство. Наши подписчики сейчас подались на гражданство благодаря этой квартире. Она буквально 100 метров от этого дома. Здесь, друзья, будет жить мама одна, так что эта квартира более чем достаточно. Здесь очень просторная, получается, гостиная просторная. Мы очень долго выбирали, чтобы именно было близко расстояние, чтобы пешком там 2 минуты, чтобы дойти. И здесь, кстати, большой базар рядом есть. И базар находится в середине между двух квартир. То есть отсюда до базара прям 2 минуты, с той квартиры тоже до базара 2 минуты. Очень быстро, легко и так далее. Вот такой короткий ролик сняли. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое нашим подписчикам, что они нас позвали. И оставайтесь на канале. Скоро сниму тоже дубликс. Дубликс тоже скоро уже оканчивается ремонт. Там тоже очень хорошо все получилось. Все это вам покажу. Спасибо за просмотр.